короче, посмотрели уже три. Я немножко охрип, когда кричал. Посмотрели уже три группы. Первая называлась так. Да, Hatebreed. Вторая. Вторая называлась Trivium. Ну такие нормальные, но Lamb of God были вообще супер пацаны. Сейчас мнение эксперта. Все классно. Но что было в Lamb of God классно? Они все классные, играли нечастые. Обычно, вот, особенно Trivium, они в соло всяких ошибок круче делали. А в Lamb of God прям все хорошо играли, нечамкали. И классно, без ошибок. А вот Соня и мама. А ваше мнение, какая группа вам больше всего понравилась? Короче, ждем теперь Megadeth. Ради чего, собственно, сюда и пришли. Но Lamb of God крутые. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, ситуация... Короче, ситуация такая. Соня. Короче, ситуация следующая. Короче, ситуация такая. Мы ждем Megadeth. Время 9:30. Завтра в школу. Ехать 2 часа. Так, смотрим. Это была ложная тревога. Они все еще настраивают. Короче, сейчас главная интрига — это успеем мы посмотреть Megadeth или нам придется ехать домой, потому что уже поздно. И нам еще 2 часа ехать, а завтра в школу. Но будем надеяться, что, по крайней мере, это мы вот так все время делали, когда смотрели. Ну вот, короче, интрига в этом и заключается. А то просто мы боимся, что Соня и Миша заснут здесь на концерте. И нам придется их нести до машины, а они очень тяжелые. Мишка ест и взвешивается каждый день. Ну, Соня, конечно, не тяжелая, но я двоих все равно тяжело мне нести. Поэтому главное подгадать момент, когда они начнут засыпать, и быстро идти к машине. Соня уже спит.